Здравствуйте, дорогие зрители. Ну что ж, очередная неделя подходит к концу. Отметилась она многими знаковыми событиями, как в сирийской войне, так и в деятельности моего канала. Предлагаю все это обсудить на вечернем стриме, который пройдет сегодня, 19 августа, в 20 часов по Москве. На этом стриме мы сперва с вами побеседуем, затем, само собой, посмотрим карту боевых действий в Сирии и разберем наиболее значимые события, которые произошли в сирийской войне на этой неделе. Ну и напоследок, по традиции, мы почитаем с вами статью, которая победит в голосовании. Буду рад видеть всех вас на сегодняшней вечерней трансляции. Еще раз напомню время, 20 часов по Москве. В последнее время мой основной канал, это тот, на котором вы смотрите вот это видео, периодически блокируют. Поэтому я попрошу вас подписаться на мой резервный канал. Сейчас, кстати, появится ссылка на него. Чтобы вы ничего не пропустили, если с моим основным каналом что-то произойдет. Благодарю за просмотр.